мы в Волгограде. Приехали за покупками. Да, дочь? Потому что у нас резко захолодало. Заехали в Айкики. В какой-то еще магазин. Там в Комсомоле обнаружили цены, кстати, такие же недорогие, я бы сказала бы, на уровне вайкиковских. Ну, конечно, после Кемера цены у нас в Айкики, мам, не горюй, дороже. Ну, 500-600 рублей, наверное, лет 500, то точно дороже все. Ну, это ладно. То, что мы нашли еще один в Комсомоле магазинчик неплохой по ценам, таким же вайкикевским. И я там приобрела такие хорошие, классные все штанишки черненькие. Вообще, все такая довольна. Сделаю вам обзор покупок, приеду. С примеркой даже. О, Костя нам уже принес еду. Сейчас я вам покажу еду. Что у нас едят молодые? Что взяли, Настя, вы? Два твистера. Два твистера. Картошку фри взяли. Как он называется? Старбарский. 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 Это мой зять, красавчик. Наконец он попадет у меня в камеру. Улыбнись, Костя, помаши ручкой. Возит нас сегодня по магазинам. Все мы проголодались. Возит и ворчит. Возит и ворчит, он жена говорит. А ты что ворчишь, Костя? Он не ворчит, что обманываешь? Он ворчит, быстрее бы жрать. Проголодался потому что. А что Максим застрял? Его позвали за едой или в туалете застрял? Нет, да? А? Взял заказ? Народу полно. Что полно народу. Везде полно. Все проголодались. Дождик вроде как закончился. Ставь на паузу, сейчас Максим на придет улице. И снимешь. Да. Свою еду. А ты заказала молочный коктейль? Я заказала молочный коктейль большой, потому что я просто не могу жить без молочных коктейлей. Ну, отключаю. Сейчас посмотрим, что Максим придет. Внимание, внимание! Идет Максим. Несет нам еду. Что ты нам принес? Это молочный коктейль. Это молочный коктейль, да? А что это в бумажке завернуто? Гамбургер. Гамбургер. Не гамбургер, а шерсть. А это твист, да? Смотрите. Поели мы с ним на 480 рублей. Блин, я тоже такое хочу. 91 рубль. В Турции вкуснее был. Намного вкуснее, это я сейчас попробовала. Пробуем с Настей коктейль без сравнения. Максим, в Турции был вкуснее коктейль. Да. 91 рубль. И так его мало, большой стакан. Нифига себе, смотрите, большой стакан. Слышишь, турцкую был стакан. Слышишь, на зубах это как это. Химическое, да, молоко. Химическое, а там прямо натуральное было. Сними его. Давайте все попробуйте у меня понемножку. И весь выпейте. Каждый коктейль, так все сбрасываемся мне на коктейль. Нет. Все по глоточку. Там вкуснее. Да? Че, давайте это, сфотографируемся, да? Все? Ну че, ребят. Смотрим в камеру и желаем всем приятного аппетита. Приятного аппетита нам, приятного аппетита. А я могу, вот голова твоя, пожелай приятного аппетита. Приятного аппетита. Молодец, взять у меня чудо вообще. А дочка-то какая красота. Мам, ну да. Все, приятного нам аппетита, прощаюсь, всего доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте. Пока-пока.